Всем привет! В декабре 2021 года я сняла видео, которое показало, что пустых полок в США нет. И меня попросили снять через 3 месяца, через полгода и показать пустые полки в США. Вот я зашла в наш любимый магазин Ralphs, показываю вам полки, заодно и цены. Несмотря на то, что бензин растет, цены на продукты питания не меняются. Тут кейки, но это не жизненно важное, показывать не буду. Пончики, хлеб. Хлеб в США достаточно дорогой. Я его не покупаю, поэтому не знаю, выросли цены или нет. Давайте посмотрим на жизненно важное. Это на рыбу. Салмон подорожал. Он стоил на тот момент 9,99, сейчас стоит 12,99 за паунд. Креветки. Креветки стоят столько же. 8,99, они столько же и стоили. Мясо. Мясо тут зависит от того, что ты берешь. Ну, вот видно все цены. 8,99, 5,99, фарш 7,99. Цены разные. Давайте посмотрим, сколько стоит самое дешевое мясо. Вот, бифстейк 6,99 за паунд. Лэмб 7,99 за паунд. Какое-то мясо 5,99, 6,99, свинина 3,99, чикены. Ну, вот это наше любимое. Купи один, второй получи бесплатно. То есть платишь за упаковку. Упаковка стоит 2,49 за паунд. Делим на 2. То есть это получается $1.25 за паунд. Таксы нету. Таксы на продукты питания нету. Это $1.25. за паунд. Сейчас я микрофон поближе поднесу. Тут достаточно шумно. То есть это получается $1.25 за паунд. То есть покупаешь такую упаковку, вторая бесплатно. Вот, смотрите. Тоже, где наше любимое мясо. Вот, Breast Tenders. Сейчас, кстати, заодно и возьму. Breast Tenders стоит $8.99 за паунд. $9, 9 на, делим на 2, это $4.50 за паунд. Это уже как бы разделанная курица, очень мягкая, комфортная. Самая дешевая, ну, получилось вот это, 2,49 и делим на 2, $1.25 за паунд. Ножки и грудка, кстати. А грудка столько же стоит? Нет, грудка стоит 3,49. Грудка 3,49, тоже возьми одну, вторую бесплатно. 3,49, это получается $1.75 за паунд. Чтобы перевести цену за килограмм, умножьте на 2,2, получится цена за килограмм. Давайте посмотрим, сколько стоит яйца, сколько стоит молоко. Яйца. Яйца 12 штук Large, это АА, стоит $4.99. Это 18 штук. 12 штук стоит $3.49. Medium стоит $2.99 за 12 штук. Еще какие-то, это, наверное, органик 3,99. Ну, тут уже повыше, яйца подороже идут, это органик. Давайте посмотрим, что у нас с молоком. Молоко Крогер стоит 3,99, оно так и стоило в декабре, и в принципе 5 лет назад оно столько же стоило. 3,99 за гэллон. Гэллон это 3,78 литра. Вон видно написано. Дельта, Альта, Дельта, оно повкуснее. Оно стоит 4,99. Кефир у нас. Нужен кому-то кефир. Кефир дорогой. Он $5 примерно стоит. $4-5. Так, йогурты, где мой любимый йогурт? Так, йогурт Чабани стоит 5,99, это 907 грамм, там еще какая-то акция, ну это просто с картой. Вот и кефир, 3,79,
Еще мне нравится, знаете, какой йогурт? Даже не мне, а больше ребенку. Я его не вижу. А, вот Yoplait, но большой. Я его не вижу. Может, нету сегодня. Так, посмотрим, сколько стоит сыр. Здесь, кстати, очень вкусное вот это вот гуакамоле. Это авокадо 6,49. Очень вкусная штучка. Жирная, правда. Сыр, сыр, сыр. Я беру вот такой моцарелла чиз 8,49. В салат его кладу 907 грамм. Хотела показать еще цену на Филадельфия. Так, это у меня собака любит такой чиз. 5,49. Все собаки любили, любят. 5,49. Слайсовый чиз. А, вот Филадельфия. Филадельфия стоит 3,99. Если брать 5 штук, то 2,99 она будет стоить. Еще были двойные упаковки. Двойные упаковки стоят... Оригинал, это тоже Филадельфия, видимо, производство Крогер. То есть она подешевле, 3,39 за две упаковки. Одна упаковка 453, соответственно... А, ну это две упаковки, 453 стоит 3,39. Дальше бананы, куда без бананов. Бананы стоят 65 центов за паунд. Тоже цена не меняется. Не знаю, сколько это в рублях будет. За килограмм это будет чуть больше доллара, да, правильно? Картофель. Картофель. Куда русскому человеку без картофеля? 10 паундов, это чуть меньше 5 килограмм. Это 4, да, 4,5 килограмма стоит 5 долларов. Цена круглый год одинаковая, она не меняется здесь сезон. Лук, ну это sweet onions, обычный лук. Я не вижу, если честно. Да, он, наверное, там был. Вот обычный лук. Обычный лук стоит $1.19 за паунд. Авокадо я здесь беру. Обычно у них акция 4 авокадо. Да, 4 авокадо за 5 долларов или как-то так. Так, это 2 за 5. Капуста стоит 89 центов за паунд. Брокколи $1.99 за паунд. Морковь 99 центов за паунд. Ну, грубо говоря, доллар. Зелень 99 центов. В иранском магазине большой пучок стоит 50 центов. Я предпочитаю это закупать там. Салат айсберг $1.49. Свекла. Редиска $1.99 стоит пучок. В иранском магазине, по-моему, 50 центов он стоит. Я хотела еще показать кабачки. Кабачки 7... Это что? А, нет, это огурцы 79 центов. $1.79, кабачки 99 центов за килограмм, такие кабачки $1.19, перцы зеленый самый дешевый 99 центов, разноцветный $1.49 стоит, лимоны стоят 99 центов, черешня стоит 2 за 4, это что за 2,4? А, нет, черешня стоит 5,99. Ну, черешня дороговатая, конечно. Клубника, получается, 2 упаковки за 4 доллара. Вот такие клубники по паунду. То есть килограмм стоит 4 доллара, грубо говоря. Яблоки $1.99. Здесь дорогие яблоки. В иранском магазине по доллару можно и дешевле найти. Малина, такая маленькая упаковочка, 170 грамм, стоит... 3,49. Вот обычная неорганик клубника. Она стоит 3,49. Большая такая, 4,99. Это даже выгоднее сейчас взять органик. Но я, наверное, уже не успею. Там осталось две упаковки. Сейчас их заберут. Может быть, с этой стороны еще есть органик.
Ну, здесь, в принципе, есть еще упаковки. Выгоднее взять органик. Вот, получается $4 за килограмм. Это грейпс. Как же у нас грейпс? Я уже забываю русские слова. Виноград 2,99. Салаты. Вот мне говорят, что американцы питаются одним фастфудом. Вот посмотрите, сколько салатов. Я беру 50 на 50. Он стоит... Кстати, уже достаточно скоро выйдет, просрочится, не буду брать. 4,49, потом посмотрю по ценам. 4,49 за 454 грамма. Такой 50-50. Sorry. Здесь свежая гуакамоле, салса, всякие вкусняшки. Что вам еще показать? Давайте масло. Масло вам покажу. Там стояла женщина, неодобрительно на меня поглядывала, поэтому я снимать не стала. Так, почем watermelon? 69 центов за кило, за паунд. Дыня такая 99, такая 3,49. Интересно, такая разница в цене. Апельсинчики. Апельсинчики почем? Апельсинчики здесь $1,49, а в иранском магазине можно купить 5 паундов за доллар. Вообще в иранском магазине набиваешь полную тележку, потом очень удивляешься, когда подходишь к кассе, потому что там меньше $100 получается. Там очень выгодно покупать продукцию. Вот масло. Давайте я вам покажу сразу, сколько стоит масло. Самое дешевое 4,29. Это не спред, это натуральное масло. 453 грамма стоит 4,29. Вот такое масло. Он подороже уже, не местной марки. Оно стоит 5,49. Ну, кстати, не намного дороже. Я беру в Таргете. В Таргете очень вкусное масло, таргетовское очень. Президент стоит 4,49 за пачку, как в России. Думаю, вам, наверное, еще покажу. Масло вам надо. Давайте посмотрим. Сколько стоит подсолнечное масло? Не подсолнечное. Я здесь жарю на оливковом масле специальном. Иногда здесь бывает очень дешевая цена. Но сегодня нет такой цены. Стоит 16,99 за литр, по-моему, да, за полтора литра. 16,99. На нем я жарю. Кстати, у них другой, он появился, Cooking Olive Oil. То есть я ожарила на этом Extra Light Taste, а он появился специально для жарки. Наверное, на нем лучше будет, чем то, на котором я готовила. Надо будет попробовать. Что у нас тут еще хорошего? Подсолнечного масла здесь нет. Винегар. Льняное здесь дорогое. Кстати, надо мне заказать на Амазоне. Я на Амазоне заказываю льняное масло. Сахар, сахар, во, сахар. Сахар стоит 2,49. Это за, получается, килограмм. 810 грамм стоит 2,49. Это, наверное, самый дешевый сахар. Есть еще 3,79 тоже за один. Нет, 2,49 получается самое дешевое. Крогеровские есть. Обычно, вот, как, знаете, как в Ашане, там забыл, какая марка. Здесь тоже крогеровские. Не вижу крогеровского. Давайте глянем еще цены на крупы. Вот цены на крупы, овсянка. Ну, к вопросу о пустых полках. Вы видите, да, вы где-то пустые полки увидели. Овсянка, не помните, сколько стоила. Может, овсянка, кстати, овсянка, по-моему, подорожала. Не помните, сколько она стоила в прошлый раз? Вот 7,99 стоит Old Fashion. Я беру Old Fashion 7,99 за килограмм, практически 200 грамм. Вот видите, цена 7,99. По-моему, овсянка подорожала. Я не помню, сколько она стоила в прошлый раз. Я покупаю раз в год, наверное, поэтому я не помню цену. Чаи. Ну, чаи, они, наверное, ни о чем не говорят. Чаи бывают как дешевые, так дорогие. Ну, самый популярный Липтон. Липтон стоит 4,29 за 100 пакетиков. Сколько он стоит в России, я не знаю. Это тот чай, который пьет мой муж. Я пью кофе. У меня машинка стоит.
будут всякие колечки, завтраки. Надо мне, кстати, детей сюда привезти, спросить что-нибудь. А где рис? Я не могу, не вижу рис. Сериал. Еще покажу вам цены на нашу любимую пиццу. Ну, те, кто живут в Америке, может, будет интересно. Реально кучу разных пицц перепробовали. Давайте я покажу вам нашу самую любимую. Чак. Мы берем чак. У меня закупками занимается муж, поэтому я даже не знаю, где она обычно находится. Вы меня спрашивают, почему я не знаю, где что находится. Да потому что мне некогда заниматься. Специально ради вас сегодня зашла. Что-то я не вижу пиццу. Ладно, называется пицца Чак. Самая вкусная. Те, кто живет в Америке, можете брать. Здесь очень вкусные полуфабрикаты. На полуфабрикатах на качестве здесь не экономят. Вот такую типа лазаньи берем. Очень вкусно. Вот такие макароны с митболс. То есть, когда некогда готовить, всякие шарики мясные, чикен-наггетсы, вот посмотрите, да, чикен тайтс, wings, он стоит 23,49 за такую большую упаковку, практически 2 килограмма. Рыбные палочки тоже брала, очень вкусные, 6,99 стоят. Соки. Давайте посмотрим, не подорожали ли соки. Единственное, что не поняла, где у нас рис находится. Странно. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, сколько стоит сок. 100% сок из концентрата 6,49. Этот из концентрата 4,29. Это за гэллон. Гэллон это 3,78. Правильно? Гэллон же у нас тут, скорее всего, гэллон, да? А вот это тоже из концентрата. А где у нас не из концентрата? Ищу, где не из концентрата. Вот, Not From Concentrate стоит 2,79 за 1,5 литра. Вот Тропикана, наверное, тоже не из концентрата, да? Вот это не из концентрата, 5,49. No Artificial Sweeteners. А вот это стоит 3,49, 2,79 со скидкой. А если 5 штук возьмешь, $1,79, 1,5 литра, судя по цене, скорее всего, тоже не из концентрата. То есть $1,79 за 1,5 литра. Вот такой сок, это свежевыжатый. Айскримс. Ну вот, смотрите. Пустых полок нет, даже в туалетной бумаге. Вода. Вот, смотрите. Тоже вода. Не смогла найти рис. Ладно, в следующий раз. Давайте я вам покажу сосиски. Наши любимые сосиски тоже все на месте. Вот 4. Какие мы берем? А, вот Classic Beef 4,99 за 15 ос. 15 ос, я не помню сколько, если честно. 400 грамм, наверное. А вот наши любимые пончики, благодаря которым я никак не могу похудеть. Вот такая упаковка пончиков стоит $4. Курица-гриль стоит 9,99, вечером они стоят 4,50. Вот эти все курицы можно взять, если остались, за 4,50. И давайте я вам закончу видео сушами. Сейчас возьму, по пятницам здесь скидка, $5 за суши. Мы все едим калифорния ролл. Вот смотрите, $5 стоит калифорния ролл 200 грамм. Очень вкусные. Так что, как видите, пустых полок нет. Все на месте. Яйца, молоко, курица, мясо. Все, что угодно можно купить. Все есть.
Полуфабриката, кстати, занимает всего 2 отсека, все остальное обычная здоровая пища. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!